Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ставек». Завжди у цей час. Програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Олена Касанчук, голова громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин». Добрий вечір. Добрий вечір. И так, Елена, ну, собственно, вы у нас не случайная гостья сегодня. И вот почему на прошлой неделе в здании Николаевского городского совета за круглым столом собрались николаевцы, исповедующие разные точки зрения на проблему бездомных животных в нашем городе, чтобы в очередной раз обсудить проблему. И, конечно, хотелось бы сказать, выработать единую точку зрения, но мне, как обывателю, кажется, что это, в принципе, невозможно. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Вы участник дискуссии. Как вы, собственно, оцениваете ее ход и результат? Ну, если честно, я даже не совсем поняла, зачем был этот круглый стол. Программы уже разработаны. Правда, как сказал мэр, то ни за одну из них депутаты голосовать не хотят. То есть даже если вынести обе в сессионный зал, ни одна не наберет достаточного количества голосов. Поэтому, как нам объяснили на круглом столе, они хотят еще раз собрать всех участников дискуссии за круглым столом, чтобы спокойно, без того, чтобы кто-то друг друга там кусал, оскорблял, спокойно обсудить проблему с бродячими собаками и написать какую-то новую третью программу. Это, я так понимаю, уже будет департамент ЖКХ на основе как бы услышанных пропозиций от разных сторонников будет формировать новую программу. И сейчас также мэр и департамент ЖКХ хотят уделить больше внимания правилам поводжения с домашними тваринами в місті Миколаєві. То есть они у нас уже довольно давно были приняты и хотят там какие-то изменения ввести и внести, и уже их тоже вынести на голосование на сессию. Что, в принципе, нужно, потому что да. Мы понимаем, что, собственно, если у нас появляются бездомные животные, то в значительной части или в какой-то части, в какой-то же момент они были домашними, у них были хозяева. Нет, у нас по исследованиям международных организаций 75% животных, которые живут у нас на улице именно в Украине, это потомственно бродячие животные, которые там родились. То есть их никто не выбрасывал, их никто не выгонял, они там жили, и предки их жили. Это как бы инвазивный вид таких себе бродячих животных, которые живут с людьми издавна, питаются отходами, как бы так, ну, на помойках, на мусорниках. Вот. И только 25% это бывшие владельческие, которые потерялись. И, в принципе, у владельческих животных очень мало шансов выжить на улице, если они там оказываются. То есть, я правильно понимаю, вы не видите проблему, вот, собственно, вот в необходимости как-то урегулировать вот эту сторону. Ну, обо всем остальном чуть ниже, раз уж мы об этом заговорили, давайте о домашних животных, которых выбрасывают, как принято говорить. Нет, я вижу проблему, как бы, да, урегулировать надо, правила поводжения с тваринами надо соблюдать, но это один из направлений работы вообще с собаками в городе. То есть бродячие животные, домашние животные и кормовая база. Вот три направления, в котором надо работать, чтобы решить эту проблему. В дискуссии принимала участие директор львовского коммунального предприятия «Лев» Оксана Кошак. Каким образом она попала, собственно, в наш город? Я думаю, что ее пригласила организация «Феникс» за защитная. Она уже к нам третий или четвертый раз приезжает, рекламирует львовский опыт, как они эту проблему решили. Но она почему-то начинает разговор с того, что они приняли ОСВ, а то, что было до ОСВ. Давайте поясним, что такое ОСВ. Это отлов, стерилизация, выпуск собаки назад, где ее поймали. То, что было до ОСВ, до 2015 года, когда у них его приняли, они почему-то не хотят рассказывать. Хотя, если поднять старые программы Львова с 2007, с 2009 года, которые принимались, то там прямо в начале, официально они есть на сайте Львовского горсовета, можно найти, там написано в пояснювальной записке до программы, что у них в 2007 году было 15 тысяч бродячих собак на улицах города. Во время дискуссии звучала цифра, что у них сегодня 400-500 собак. Да, сегодня около 500, там немножко меньше. А начинали они свое ОСВВ принимали с 600 собак. Около 600, когда у них в городе осталось. А куда делись больше 14,5 тысяч? Они их просто уничтожили. Они их отлавливали. Сама и кошак рассказывала, что сначала они их там вообще на сырье перерабатывали, тех животных. Потом в 2000... Это какие годы происходило? Это до, ну вот, до 2012 где-то вот так вот. Потом у них под евро 2012 тоже всех повылавливали, поусыпляли.
В 2014 у них был приют, они построили, они начали наполнять этот приют собаками, соответственно, поскольку большая концентрация животных в одном месте, они начали там гибнуть от инфекций, и в 2015 году у них пришел новый директор Львовского КП, они приют закрыли, переделали его под центр стерилизации и адопции. Но вот Оксана Кошак, она же тоже КП возглавляет, КП да, Лев. Да, сейчас она уже директор этого коммунального предприятия. Я правильно понимаю, что в существующей ситуации опыт Львова нам не очень... Ну, если не учитывать травматичную его часть, а вот, собственно, поточную, когда на улицах там присутствует там 400-500 там животных, в отличие от Николаева, сколько у нас, мы ниже поговорим. Но вот в такой ситуации... Ну вот если сравнивать, то мы сейчас, наверное, где-то на уровне как раз вот этого 2009 года со Львовом. То есть, естественно, в то время им бы ОСВ и не помогло. Но, собственно, и сейчас у них эту проблему еще не решила. То есть нам, мы когда озвучили количество укусов людей в Николаеве за 3 месяца этого года, 128 человек, это только бродячими собаками, то Оксана Кожа сказала, а у нас столько же. То есть, мы видим, что ОСВ точно эту проблему не решает. Даже на примере Львова мы это видим. Мы знаем, что 11 мая во Львове зафиксирован случай бешенства у бездомной собаки. Собственно, с аналогичной проблемой Николаев также столкнулся, собственно, совсем недавно, там в первых числах апреля в Ингульском районе. Вся эта история у нас также зарегистрирована. То есть, ну, при том, что количество животных бездомных принципиально разное, проблемы одни и те же, я правильно понимаю? Да, проблемы одни и те же, потому что вакцинировать от бешенства собак надо ежегодно, не пропуская вовремя день в день. При программе ОСВ заложено в бюджет только единоразовый отлов и вакцинация собак. Потом их выпускают на улицу, никто их, естественно, потом повторно не вакцинирует. И во Львове их точно так же повторно не вакцинируют. Поэтому, ну, как бы щит от бешенства такой весьма сомнительный. И в тех странах, где бешенства нету, это Европа, ну, Европа, США, цивилизованные страны, там, которые считаются благополучными по бешенству, то у них никто не использует бродячих собак как щит от бешенства. У них распространено оральная вакцинация, приоральная вакцинация, они раскидывают самолетов вакцины в лесах для диких животных, там они их съедают и просто потом не разносят. Давайте вот эту историю поясним отдельно. Что значит бродячие собаки как щит от бешенства? Ну, это... Бродячая собака, которая, собственно, кусала людей, да. У нас в Ингульском районе, в районе там улицы Васляева, она бешеная. То есть каким образом бешеные, каким образом бесхозные собаки являются щитом? Не являются. Это очередной миф за зоозащитников. Они его распространяют и рассказывают, что мы держим в городе стаи бродячих собак для того, чтобы они защищали нас от бешенства. При том, что новое даже направление работы ВОЗ, Всемирная организация охраны здоровья против бешенства, говорит, у них главный лозунг «No beats, no rabbits», то есть нет укусов, нет бешенства. Они как бы конкретно говорят, что если не будут собаки, которые как раз являются самым активным переносчиком этого заболевания, если они не будут кусать людей, то есть не будет бешенства. Представительница Львова также высказала такую точку зрения, что бездомные собаки, которые там, ну, там, собственно, постоянно проживают, бесхозные, но постоянно проживают во дворах городских многоэтажек, защищают эти дворы от прихода других собак. Таким образом, тоже помогают решению проблемы. Как вы оцените такую, собственно, мысль? Да, мне очень понравился этот посыл, особенно в контексте того, что она сказала, мы раздаем корм ответственным волонтерам, которые на самом деле ни за что не отвечают, они кормят этих стерилизованных собак, и эти собаки не подпускают к кормовой базе других собак, которые не стерилизованы. Вопрос, почему просто не убрать кормовую базу? То есть не будет еды, не будет вообще никаких собак. Все. Вас сейчас обвинят в жестокости. Скажут, сидит миловидная молодая женщина, очевидно, мать. И такие вещи вслух себе позволяют. Это закон природы, то есть кормовая база, там будут вот эти вот хищники-падальщики, бродячие собаки. Нет кормовой базы, и крысы, кстати, в том числе. Не будет этих открытых мусорников, не будет этих тарелочек с прокисшим борщом под подъездами, не будет собак, не будет крыс, то есть им просто там нечего будет есть, зачем им туда приходить и защищать эту территорию, которая их не кормит.
На круглом столе в любом случае обсуждались две программы, которые потенциально могли быть внесены в сессионный зал Николаевского городского совета. В чем их разница, собственно, о чем речь? В чем предмет дискуссии, уже временами действительно такой хронически острый, точнее уже хронически острый, временами переходящий, там даже разумно эти самые, в чем предмет дискуссии? В принципе, программы довольно похожи практически по всем пунктам, то есть что собак надо отлавливать, что собак надо пристраивать максимально, что надо проводить беседы с владельцами, чтобы они своих собак стерилизовали, не выбрасывали. Единственное острое отличие это в том, что одни считают, что они любят животных и хотят эту любовь навязать другим, при этом они не хотят брать ответственность за этих животных, а просто хотят их выпускать на улицу, чтобы они там бегали. И другая программа говорит о том, что если ты любишь животное, возьми его домой. Это будет самое для него лучшее. Если ты не любишь животное, если за него никто не хочет брать на себя ответственность из людей, то его гуманнее усыпить, собственно, как это говорят все защитные мировые организации. В той же США, в Европе большинство стран. Они говорят о том, что собака должна либо жить дома, либо как бы ее не должно быть на улице. Решение круглого стола – это как бы задекларирована попытка объединить две программы, собственно, в некую третью. Как оцениваете реалистичность? Ну, это будет, во-первых, за зоозащитники никогда не согласятся на то, что собак надо усыплять. Даже если они сейчас говорят, что да, надо усыплять агрессивных и бешеных. Ну, мы сами видели, чем закончилось то, когда Голобродский усыпил агрессивных и бешеных собак. То есть это поднялся крики, вопли, вплоть до того, что на него напали в горсовете, там били, кусали людей. То есть все вот эти разговоры, что они понимают, что да, по закону надо усыплять, они все равно будут каждый раз вот это вот устраивать. То есть они не хотят. Они собирают деньги на больных животных, они считают, что их как бы гуманнее продолжать их мучения, чем усыпить. Поэтому даже сам мэр сказал, что как бы объединить мы тут не сможем, потому что вы, в принципе, никогда не согласитесь друг с другом в этом вопросе. Поэтому я лично всегда предлагаю в сложных вопросах обращаться к законодательству. То есть что мы советовали мэру? Закон у нас не предусматривает, нет никакого закона, никакого пункта, который бы предусматривал выпуск собак на улице города. Более того, в части статье 1 закона Украины о защите животных написано, что оставить домашнюю животное, а собака это домашнее животное, на улице, на призволяще, это жорстоке поводження з твариною. Эвтаназия же прописана как гуманный метод умерщвления, то есть в законе все есть. Ну и, собственно, постановка вопроса о том, что есть две программы, давайте объединим в третью, не является ли это, возможно, попыткой отложить решение проблемы, учитывая остроту дискуссии? Скорее всего, просто не будет вынесена ни одна из этих двух. И сейчас, сегодня уже мэр заявил в Фейсбуке, написал пост, что они будут разрабатывать новую программу на основе метода ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, выпуск животных на улицу назад. То есть, скорее всего, они остановятся на этом месте, потому что, в принципе, это самый, так сказать, удобный способ тратить бюджетные деньги безотчетно, потому что никто не будет ходить искать этих количество собак, которое записано по документам, стерилизовано и где-то выпущено. Никто не сможет это проверить, найти и посчитать, сколько их там выпустили, на самом деле стерилизовали. Поэтому это как бы один из удобных. Можешь ловить 3, писать 10, стерилизовали 100 и как бы по документам. Ну, собственно, это уже и происходило в какой-то промежуток. Да, это у нас уже по Украине с 2012 года, как запретили отстрел собак. Нет, запретили в 2009, по-моему. С 2012 года по городам ввели ОСВВ. Оно нигде не сработало. То есть везде как были собаки, так и есть. Единственный город, который уже более или менее практически решил эту проблему, это Харьков, который в 2012 как раз, в 2010 у них собаки, стая собак, пенсионерку съела, человека на улице разорвала, и после этого они сразу приняли безвозвратный отлов, построили приют, и в приюте у них там есть небольшое количество животных, которые действительно социализированы, и они там пристраиваются, в принципе, пока не найдут себе владельца. А какая ситуация у нас сегодня? Мы как-то вот, ну, собственно, Александр Голобродский здесь периодически бывает, но он представитель власти, он руководитель КП. Вы как, собственно, общественница, как вы оцениваете ситуацию на улицах? И, возможно, какая динамика у нас? У нас есть стабильно огромное количество бесхозных животных, либо есть какая-то динамика, их становится меньше, их становится, наоборот, больше? У нас как бы, динамика какая-то есть, но, в принципе, у нас уже их настолько много, что
Больше я уже даже не знаю куда, это разве что им больше еды будет, потому что в любом случае животных будет становиться ровно столько, сколько у них будет еды. Если у них будет меньше, опять-таки, питания, они будут меньше рождаться, меньше выживать. Гибнет точно так же много животных на улице. Инфекции, машины, сородичи загрызают. Вообще средняя продолжительность жизни животного на улице собаки 8 месяцев всего лишь. При том, что дома собака может прожить 15 лет. Поэтому у нас животных много. Я как боялась покупать велосипед и кататься на нем, так и до сих пор его не покупаю. То есть пешком ходить тоже не так много места стало, где можно пройти пешком, чтобы на тебя не кинулись, и выпустить ребенка погулять. Мы уже выезжаем просто за город на выходных, потому что до нас даже в парке стая собак. Там ребенок побежит, она там из-под кустов выскочит, неизвестно из-под каких. Поэтому ситуация у нас очень аховая. И, между прочим, еще что самое интересное, в единственной программе Голобродского было прописано в целях, это уменьшение количества укусов людей. Все остальные программы, вот эти ОСВВ, они почему-то главной целью видят, это увеличить количество стерилизованных собак. То есть, насколько это решает интересы нас как громады, решает наши вопросы, наши проблемы с этими бродячими животными, мне непонятно. То есть даже стерилизованные собаки, как показала уже практика, они продолжают кусаться, они продолжают бросаться под машины, они продолжают гибнуть на улице. А как можно, в принципе, оценивать ситуацию, когда подавляющему большинству жителей города маленькая, но организованная группа навязывает вот эту всю историю, в которой мы пребываем? Как можно оценить? Не знаю, зоотерроризм это, наверное, называется. Как бы в Америке уже даже ФБР это так и называет. Зоотерроризм, у них есть отдельные расследования, причем зоотеррористы совершили преступление больше, чем Аль-Каида, там, раз в 10, наверное. Я просто смотрела недавно отчет ФБР, и вот так оно и называется. Почему интересуетесь такой темой отчета ФБР? Просто в теме зоозащиты попалась еще вот эта вот информация. Там же что же зоозащитные организации и сколько терактов они совершили. Это нападение на людей. Когда был тоже зоозащитница какая-то, стреляла в офисе Ютуба по людям. Во Франции там тоже был теракт. И они вот это ФБР собирали по миру вот эти вот моменты преступления и выдали там зоотеррористических, во-первых, там их по организациям самым крупным было разбито, и, в общем, там в общей сложности у них около сотни терактов, и Аль-Каида со своими 3 или 5, она очень бледно смотрелась на фоне зоозащитных организаций. Хорошо, ваш прогноз. Можно ли, собственно, рассчитывать, что в этом созыве Николаевского городского совета хоть какое-то решение будет принято? Я думаю, что нет. Возможно, они примут вот такие вот эту третью программу, которую разработает сейчас мэр. Но опять-таки, как мэр сказал, мы хотим сделать упор на то, что владельцы собак должны выполнять правила поводжения с тваринами. Но опять-таки владельцы собак сейчас, я даже под постом читала, они говорят, вот у нас есть собака, мы ответственные владельцы. Наша собака гуляет на поводке, в наморднике, при этом нам приходится постоянно отбиваться от стай, которые нападают на наших собак. Недавно моя знакомая ветеринар тоже писала, что ехала на автовокзале, стояла, ждала маршрутку, у нее такса. Подбежала бродячая собака, укусила ее таксу и убежала. Такса на поводке стоит при ней. Потом владельцы говорят, мы должны убирать, например, экскременты за своими животными. Никто не убирает за вот этими бродячими. Опять-таки за бродячих несет ответственность городская власть. И если уж вы говорите о том, что нужно соблюдать программу правила поводжения с тваринами, быть ответственными владельцами, возьмите же ответственность и за своих собак, вот этих бесхозных, которые по улице бегают, и тоже соблюдайте правила. Любая собака, даже вот эта бродячая, она по закону считается домашней, вот по нашему законодательству. В принципе, все собаки – это домашние животные. Поэтому правила поводжения с домашними тваринами, они относятся и к вот этим бродячим, их тоже надо соблюдать. Хорошо, что делать? Организовываться и, собственно, тем, кто… Тем, кого кусают, подавать в суд на горсовет. То есть уже есть решение судов положительные в пользу покусанных. Люди выигрывали у городских советов деньги. У нас сейчас вроде там тоже есть, один случай. Где-то, я думаю, как раз в 2020-м уже будет решение суда по нему. Мы же должны понимать, что если бы конкретно взятая депутат Веселовская или конкретно взятый депутат Копейко со своего кармана компенсировал, ведь вот, собственно, следует. То есть то, что городской совет, возможно, выполнит это решение, и все мы
покусанные в том числе, потерпевшему, как налогоплательщики, из бюджета мы компенсируем его, собственно, его там моральные и там и иные издержки, окей. Но тех, кто, собственно, стоит во главе этого всего движения, ведь если бы они непосредственно компенсировали из своих карманов, ну, я не думаю, что это меняло бы их отношения, они бы, возможно, становились бы более агрессивными, но хоть какая-то справедливость. А так получается, что городской совет нашими же деньгами, нас, покусанных десятков граждан, нами компенсирует. Ну, чем больше люди заберут из городского бюджета наших же денег на компенсацию укусов от собак, тем меньше депутаты получат на выборы на свои там округа. Ну, это опять-таки все равно эти деньги пойдут на... То есть в любом случае судиться? Судиться, ну и даже если они сейчас примут программу ОСВВ, в принципе, это будет не первое решение, которое будет отменено судом. Но нашим депутатам действительно все равно, то, что они принимают незаконные решения, и потом их отменяют через суд. Поэтому, если есть возможность, приходите в горсовет на сессии, приходите на депутатские комиссии, пишите обращения своим депутатам. То есть депутаты должны понимать, что людей, что именно вас волнует вопрос с бродячими собаками, потому что многие живут в каком-то своем мире и думают, что... Вот есть защитники, мы их видим, они приходят, они на нас кричат, они там с плакатами собираются, а других людей не видно. Значит, их все устраивает. Ну, хотя бы к своему депутату приходите, у них есть приемные дни, берите соседей и приходите, обрисовывайте им эту проблему. Нормальным людям нужно объединяться. Да. Олена Косинчук, голова громадской організації «Центр відповідального ставлення до тварин», була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення. До побачення.